Теперь смотрим сюда. Я вас знакомлю всегда с интересными людьми. Итак, вспоминайте. Пианист, он же Валерий Владимирович, привез ему в гости Елену Александровну Савинич. Видите? Вот. Дело в том, что она смотрит. Мы стоим, понизу уже все собрано. Так, нас угощают этими черешнями. А вот это все птица. Так. И я бы не стал пока. Ну что, я бы сидел, у меня птицы съедают 80% от моих черешен. Они не только, они эти-то не успеют, которые ну, доступности руки, и те умудряются изувечить. А уж что там говорить? Все, вот это все погублено, это не достанет это. Хоть вышку вызывай, вот, потому что это ценнейшая ягода, ценнейшее дерево. Смотрите дальше. Вот. А я-то с ним уже знаком. И вот и в плане того, что Елену Александровну я хотел показать, что такое волшебник, который даже знает, что он волшебник. Смотрите. Вот он взял, вот, пианист. Я приучаю к этим самым. Ну, я так лучше людей различаю. Если пианист, я знаком. Если Валерий Владимирович, таких в стране тысячи. А пианист один, вот же садовод. Он взял, никого не спрашивая. Вот. Вот эта прививка на. Я проверял на это самое. Потому что подвои пошли отсюда. Не подвои, а камнеотводки. Все заразили. Это на вишню сибирскую штамбовую, а это на степную. Представляете? И у него получилось малорослое дерево. Теперь так. Такие случаи редки. Потому что черешня обгоняет вишню степную по диаметру несколько раз. И у нее, у этого дерева, короткий век. Через несколько лет оно умрет. Ну, что, все в шаговой доступности. И дальше перспектива. Елена Александровна, я говорю вам, и может быть еще одному-двум. Я никого туда, конечно, кроме вас, наверное, возить не буду. Но если уж совсем кого-то такого серьезного, если кто-то подружится из Печерского института, смотрите. Вот это вот, он вас угощает. А на дальнем плане, вот это, густо-густо-густо, это есть. Это нормальное размножение вишни степной. Так. То есть это готовые подвои. И когда, а они же родственники, они-то все, ну, конечно, непрезентабельный вид, вот, но они все объединены одним корнем. Так. И теперь, если мы отсюда берем веточку и прививаем на степную вишню, на любую, а особенно если вот на эту, идет дальнейшее сближение. Мы все время спорим. А, кстати, споры прекратились. Все это ушло, умерло. Споры о том, влияет ли привой на подвой, влияет ли подвой на привой. Все умерло, все, нету ничего. Иногда я где-нибудь там, вдруг раз вспыхнет спор, как мне пишут, там на сайтах это, но тут же грязью польют и все на этом качается. А на самом-то деле, это новое, еще одно направление. Помните, я рассказывал, что надо направление там абрикосно-терн, абрикосно-сливу, помните? Вот, вишня-черешня, черри-вишня. Вот. И здесь это интересно до того, что мы можем иметь компактные деревья. Почему еще? Потому что и степная вишня влияет на черешню, делая ее менее рослой. Но это не одноразовая операция. Это направление в науке должно быть. Представьте себе, компактное, двух-трехметровое. Возьмите справочник. Вишня степная, 2,5 метра. Это среднее, бывает, пишу 2, редко 3, 2,5 метра. Она разлапистая, подражаемая, она сгибается, получается компактная. Теперь представим себе, что вся крона черешня. И она такая же компактная. Я с этим столкнулся, уже на что черешня, редкость уже. Это, ну еще и птиц кормим все. Ну, вот это направление, Елена Александровна, это просто находка. А вам уже первый шаг сделан. Видите? То есть здесь есть подвои, есть привои. Вот если эту работу продолжать. А так как я вам уже перед этим 10 пальцев загнул, значит, я могу это самое вас даже пожалеть. Потому что невозможно столько всего. Так, ну что, интересная тема. Идем дальше.
А черешня-то настоящая. А, кстати, фотографии-то мы не делали. Я же вас сегодня угощал брянской розовой. А? Есть Конечно, фотографии. испортили ее сенцами. Вот, она в два раза мельче это. Ну, хорошо. Вернем? Вернем. А, с вас слово брать потом. С того света буду доставать вас. Ну, и так как волшебник есть волшебник, летом он выносит горшки, и у него такие красивые получаются эти самые лимоны. Ну, это так, это как бы... Ну, как без таких картинок, а? Была бы жизнь не жизнь. Чудо. Настоящий волшебник. Ну, кто его просил? Он даже не знает, что он натворил. Он не знает, что он сделал настоящий большой шаг. Он сделал, сделал. Даже не отдавая себе отчет.